Сегодня делегация провинции Аньхой работает в Чебоксарах. В каком направлении будет развиваться дальнейшее сотрудничество, обсуждали в Доме правительства. Гости из Поднебесной уже встретились с главой республики и посетили музей Бичурина. В экскурсионном плане еще ряд социальных объектов республики. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, один из детских садов и центр китайской культуры в Чувашском государственном университете. Сегодня прошла и презентация потенциала Чувашии для деловых кругов провинции Аньхой. Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики Владимир Аврелькин отметил, одной из приоритетных задач республиканского правительства является привлечение иностранных инвестиций в экономику региона. Заместитель губернатора провинции Аньхой госпожа Люли уверена, сотрудничество с Чувашской республикой привлекательно для обеих сторон. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.